Устройства, которые окружают нас. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько операций содержит производственный цикл привычных нам вещей? Ведь каждое готовое устройство состоит из множества деталей. Сегодня мы находимся на производстве компании Evento Pro, куда только что привезли сырье для новой продукции. Здесь материал уже ожидает металлосклад. Лист перемещается из грузовика вакуумным захватом для перемещения листовых материалов. В это время инженерно-технический отдел уже подготовил модель детали для передачи на производство. Пора начинать. Лист металла кладут на стол комплекса лазерной резки. Он нарезает несколько тысяч деталей за смену. Для работы на лазере необходима предварительная разработка чертежа. Оператор планирует оптимальную раскладку деталей на листе, а также продумывает технологию резки. Нужно соблюдать необходимость охлаждения отдельных участков для сохранения качества заготовок. Полученный полуфабрикат готов к дальнейшей обработке. Добро пожаловать на участок гибки, за который ответственен листогибочный пресс с ЧПУ. Оператор выбирает необходимую программу и подготавливает оборудование к работе. Первая деталь сверяется на предмет соответствия чертежу. Данный образец отвечает характеристикам заявленного технического задания. Параллельно готовится второй полуфабрикат. Он начинает свой путь со склада металлических прутков. На участке лентопильной резки пруток нарезают. Полученные заготовки оценивают на соответствие чертежу и перемещают на следующий этап. Токарный обрабатывающий комплекс – мощное оборудование для высокопроизводительной точной токарной обработки деталей. Сегодня ему предстоит придать правильные фаски торцам наших заготовок. Заготовка размещается внутри, и процесс начинается. Похоже, все получилось. Вернемся к нашему первому полуфабрикату. Для того, чтобы избавить заготовки от острых, необработанных краев и неоднородной поверхности, детали помещают в галтовочную машину. Наполнитель машины совместно с буферным раствором создают трение, благодаря которому детали будут отшлифованы в короткие сроки. После процедуры оператор промывает и сушит заготовки для отправки на следующий этап. На сварочном участке оба наших полуфабриката встречаются, чтобы стать единой деталью,
объединенный надежным сварным швом. Все участки детали, подвергшиеся термической обработке, пассируются. Пассивация возвращает металлу нержавеющие свойства, утерянные в процессе обработки. Нанесение гравировки позволяет маркировать изделия согласно законодательству, а также заявлять о себе. Добавляем еще парочку маленьких деталей для организации крепления с основным устройством. Замечательно! Похоже, наша деталь уже нашла применение в новой партии устройств. Она позволит пользователю регулировать высоту страховочного устройства Tripod, исходя из условий работы. Компания VentaPro гордится своими устройствами, производство которых не волшебство, а сплоченная работа одной большой команды.